1914 год, такой близкий и далекий, такой непохожий на нас, понятный и непонятный. Самарцы вступали в него своими мечтами и надеждами. А вот исполнились ли они, спросить уже некого. Но зато мы можем рассказать, как этот год начинался. Итак, на дворе у нас 1914. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».